Всем здравия! До Барабинска около 90 километров. Дело не в километрах, я говорил еще об этом в прошлом году. В прошлом году я шел до конкретного дня, до конкретного числа. В этом году я иду до конкретного места. За какой период времени я дойду, неважно. Дело не в этом. Важна цель. Кого интересует, обнуленного не будет уже в этом году. Обряд продолжится до 25 года. Так как тех, кого вам подсовывают, нам подсовывают, либо прочат в кандидаты главы государства, это не наши люди. А люди, для меня в принципе нет плохих людей. Я тоже говорил об этом. Для меня плохо то, что ими движет или руководит. Как говорит Сашка, плохие, неплохие, они потом подчинят. Так он говорил и о сторонниках, движимых какими-то своими идеями, под идеями, так и об остальном. Шаман – это диктатура света. Я помню, сколько было насмешек, когда Сашка говорил о реформе судебных наказаний, то есть для отбывания, да, сроков. Шаман говорил уже о здоровом обществе, о новом обществе, где высшей мерой наказания будет изгнание из этого общества. До этого развития нам еще шагать и шагать. Отвлекают фуры. Не укрыться здесь. Слева болото, справа болото, как говорит один мой хороший друг, дальнобойщик. Кати да кати. Шаман – это диктатура света. От солнца его невозможно выключить. Можно где-то укрыться, но... это не возымеет такого результата. Солнце невозможно выключить. Всем всех благ. Слава роду. Уруй. Айхал.